Новую волну возмущений у жителей Карелии вызвало распоряжение главы республики о том, что с 1 декабря родителям при посещении детского сада необходимо будет предъявлять один из трех документов. QR-код, справку о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 3 дня. Зайти в образовательное учреждение без этих документов будет нельзя. Родительское сообщество дошкольников, заведующие и воспитатели детских садов обратились за помощью к уполномоченному по правам детей в Карелии Геннадию Сараеву. Детский омбудсмен уверен, ограничения не соответствуют тем мерам безопасности, которые должны быть обеспечены для дошкольников, поскольку дети нуждаются в сопровождении. Сложности добавляет и оптимизация, проведенная в детских садах, когда на 2 группы работают 3 воспитателя. А возникает вопрос, каким образом будет организовано, собственно говоря, сопровождение ребенка внутри детского сада. Если воспитатель покинет группу, оставив детей без присмотра, да, то это уже претензия к воспитателю. Младший воспитатель, который находится в группе, в это время, утреннее время, занимается подготовкой к завтраку. И он тоже покидает группу, потому что нужно принести еду. Здесь, по сути, наверное, не продуман сам механизм реализации, да, вот этих мер. Уполномоченный по правам детей Геннадий Сараев уже обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой исключить дошкольные учреждения из перечня организаций, к которым применяются ограничительные меры. Что касается статистики, то за минувшие сутки в республике подтвердили 315 случаев заболевания ковидом. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 3 крайне тяжелых пациентов. Подтверждены еще 3 летальных исхода от коронавирусной инфекции.